Давайте попробуем подгадывать фильмы, фильмы, снятые Эльдаром Рязановым. Итак, у нас есть еще пятерка фильмов. И вот первый стоп-кадр, как вы думаете, какому фильму принадлежит? «Забытая мелодия для флейты». Совершенно верно. А помните, кто снимался в главной роли? Филатов. Совершенно верно. Вот, ну, просто ответ полный, да, да нельзя. Дальше смотрим внимательнее на экран. Еще один замечательный фильм. Человек ниоткуда. Отлично, это правильный ответ. Действительно, также замечательный. Ну, вот фильм, который также, наверное, посмотрели большинство наших зрителей. Жестокий роман. Здесь вообще можно отгадать сразу. Смотрим далее. Вот замечательная комедия о том, как мы делили апельсин, много нас, он один. Действительно, гараж. И последнее. Мне плакат подобается, я вам покажу. И вот последнее задание. Старики-разбойники. Старики-разбойники. Я честно скажу, наверное, то, что наши телезрители так быстро сегодня справились с викториной, говорит о том, что все любят смотреть фильмы Эльдара Рязанова. Вот такой подарочный сертификат мы вам дарим. Оставайтесь на связи. Чайная галерея, если там не бывали, обязательно туда зайдите. Ну а наш телезритель уже сможет это сделать в ближайшее время.